Добрый день, друзья! Сегодня в обзоре замечательная термомайка от компании Bergens, модель Akelly. Эта модель идеальный вариант для тех, кто ищет термобелье потеплее, но при этом не очень хорошо переносит шерстяные изделия. Чем же замечательна именно эта майка? Модель Akelly сделана из комбинированных материалов. Это два слоя. Первый слой – полиэстер, 52% состава от всего изделия. Полиэстер находится у нас на внутреннем слое. Можно его посмотреть на отвороте. Это перфорированный материал, который, получается, непосредственно соприкасается с вашей кожей. Он очень мягкий, тактильно приятный, очень быстро отводит влагу, соответственно, очень быстро сохнет. Внешний материал изделия сделан непосредственно из шерсти. Это 48% шерсти знаменитых овечек Мерина. Очень теплый, именно он отвечает за максимальную теплоемкость изделия. Таким образом, вы получаете, с одной стороны, очень мягкое и уютное изделие, с другой стороны, очень теплое. Термомайка на выходе имеет плотность 220 грамм на квадратный метр. Что это значит? Это не самое легкое и не самое теплое, то есть это где-то посерединке находится по плотности, и таким образом оно получается наиболее универсальное и многофункционально. Термобелье Akelly есть в этой же серии и кальсоны, можно использовать как для занятий активными видами спорта, горные лыжи, альпинизм, туризм, так и в городских условиях для прогулок или просто пребывания в холодном помещении на даче или с друзьями, или на работе, или где-либо еще. Посадка у термомайки Bergens Akelly довольно плотная, хотя в принципе в области спины есть немножко запаса, и стоит обратить внимание на крой, что он несколько удлиненный в целом, но при моем росте 175 сантиметров в размере S рукава достаточно пограничные. То есть, если ваш рост выше, посмотрите либо модель большего размера, либо рассмотрите варианты в других брендах. Также стоит обратить внимание на конструкцию изделия. Здесь используются технологии плоских швов. То есть, если вы планируете носить рюкзак, натирать вам ничего не будет. Изделие очень простое в уходе. Его достаточно постирать либо в машинной стирке в деликатном режиме, либо в ручном. И оно очень быстро высохнет. Приходите к нам, примеряйте самое теплое комбинированное белье от компании Bergens.